Всем привет, с вами Данил Букреев. Сегодня у нас 7 посылок с сайта AliExpress, все без трек-номеров, все с сайта AliExpress и все с помощью бесплатного посредника. Ссылка на бесплатного посредника под видео и ссылка на все товары тоже будет под видео. Давайте начинать открытие. 7 штук. Начнем с вот этой. Ну, здесь по ощупу понятно, что это кейс. Это кейс. И, кстати, вот упаковка, она немного протерлась, что я даже вижу этот кейс вот внутри. Ну, в принципе, давайте смотреть, что же это за кейс. 3 панельки, я даже не помню, для какого они телефона, в общем, ссылка на них будет под видео. Следующую посылку взял немного побольше, здесь, в общем-то, по догадкам должна быть какая-то палетка теней, ну, тоже ничего супер интересного нет. А здесь какие-то кисточки, в общем-то, кисточки с AliExpress, запах, ну, если честно, такой мощный, я прям сразу его почувствовал. Следующая маленькая посылка без трека, вообще не знаю, что в ней. А это просто какой-то женский кулон. Тоже, в принципе, ничего особенного. Открываем следующую бестрековую посылку. И здесь у нас два крепления для штатива, чтобы можно было прикрепить наш телефон и комфортно снимать. Следующая очень-очень маленькая посылочка. Также я вообще не представляю, что в ней. Сейчас я ее открою. Так, а здесь у нас просто шнурки 3,5 на 3,5. Да, просто удлинитель 3,5 разъем. Следующая посылка уже не такой вот стандартной маленькой формы. Что-то здесь, я надеюсь, что будет немного интереснее. Так, что здесь? Аккуратно открываем. И здесь, я так понимаю, что это всевозможные наклеечки. Сзади такие бамбуковые палочки, а здесь всякие-всякие наклейки. Следующая маленькая посылка, уже последняя, электроник продукт. Здесь написано, значит, должно быть что-то немного интереснее. Немного поинтереснее. Еще бы чуть-чуть, я рассыпал все эти линзы. Это недорогие линзы тоже для телефонов с AliExpress. В общем, чтобы делать всякие интересные фото, я думаю, что по ним мы сделаем отдельный обзор, потому что просто сейчас вот так вот показать ее, конечно, ничего интересного. В принципе, на этом все. С вами был Данил Букреев. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзоры на интересные товары из этой посылки. Вступайте в группу ВКонтакте, там каждый день постим интересные всякие товары с сайта AliExpress. До новых встреч!